У омских студенческих отрядов разгорит традиционный конкурс «Труд крут», где они состязаются в профмастерстве. Около 100 участников из 8 высших и средних специальных учебных заведений выявляют лучших по 4 строительным специальностям – плотник-бетонщик, каменщик, штукатур-маляр и арматурщик. Очень важная задача – формировать у ребят, которые буквально недавно, которые уже в студенческих отрядах, формировать именно потенциал к строительству, к строительной сфере, потому что это одни из самых востребованных специальностей в нашем регионе и, в принципе, по стране. И ребята каждый год соревнуются в этом, скажем так, конкурсе, соревнованиях и показывают высокие результаты. Девиз конкурса – учиться на примере мастеров. Кто недавно пришел в строительную специальность и очень хочет стать профессионалом, соревнуется с уже опытными студотрядовцами. Я являюсь одновременно и организатором, и участником этого конкурса. Вот. Мне безумно нравится вся строительная тематика, потому что это в первую очередь и развивает мужские навыки, развивает очень, в принципе, все качества, которые понадобятся в дальнейшем. Планирование и распределение обязанностей, времени, дел и всего этого, структурирование своей работы, в принципе. То есть на любой стройке важно понимать, что нужно делать в первую очередь, что нужно делать во вторую. И то важно, кто это делает. То есть у кого-то получается лучше одно, у кого-то другое. То есть вот это вот понимание всего процесса, всех процессов в принципе настройки, оно важно. Оттачивание мастерства идет параллельно с работой по реконструкции и благоустройству территории Омской крепости. Соревнование штукатуров проходит в мультиформатном пространстве омских студенческих отрядов «Со-здание». Бетонщики готовили опалубку под дорожки, каменщики выкладывали и выравнивали плитку и бордюры. Мы получаем опыт. Подтверждаем свои навыки обучающих, так как каменщики, бетонщики и тому подобное. Вот на кого обучались. В первую очередь у тебя больше точность. Со временем эта точность, это качество растет. То есть это для меня уже не первый конкурс. И, естественно, уже качество работы повышается. Кроме того, студенты получат дополнительный опыт на мастер-классах, которые проведут лучшие специалисты по другим строительным специальностям. Финальная часть конкурса пройдет в декабре.